Ханты-Мансийский автономный округ относится к числу наиболее полиэтнических субъектов Российской Федерации, на территории которого проживают представители 124 национальностей. На протяжении последних лет в округе сформирована система управления и гармонизации этноконфессиональных отношений, благодаря которой представители разных народов живут дружно и плодотворно сотрудничают. Нягань – многонациональный город, где чтят традиции каждого народа. Основой взаимоуважения и согласия между людьми разных национальностей является знание их традиций. В нашем городе проживают более 80 национальностей. Все они дружелюбны и толерантны. У каждого народа существует свой родной язык. Язык – это целая эпоха, которая отражает историю, культуру и достояние народа. С Днем народного единства! Мирев яма, вольте пата, яман хатль. Ми дем тагдер, айн хайдес фолькес. Мили вахдати рузи муборак. Мили берликюну муборак больсен барчеге. С днем народной едности. С днем народного единства. Садвилинью муборак рай. Келшимаш кечедене. Халыклар бирдемлиге кыны билен. Хошбахт бирли мили гюну. Каждый народ отличается своей историей, культурой и наследием, и каждый народ уникален. Каждая народность или меньшинство должны быть сберегаемы и любимы. В этом не может быть различий между нами. Их ценность беспредельна. Каждый из нас должен обладать своим личным счетом. Кто ты для своих корней? Что ты делаешь для своего народа? Это очень простое чувство – быть русским, татарином, чувашом, евреем, осетином, кем угодно, но в то же время быть частью российского народа. Наша сила в единстве.